всем привет. Ну, в общем, как же выйти из данной ситуации, когда при транспортировке компания взяла просто, ну и как бы сломала, просто вырвали вот кусок крепления самого джойстика. Он даже сюда не ставится. Ну, в общем, что будем делать? Будем все это дело клеить. 3D принтер наше все, но не всегда это срабатывает, поэтому достаточно взять копеечный уголок, вот так вот отрезать, сгладить все эти края, и у нас получится с хорошим ребром жесткости вот такая вот планка. Здесь я уже срезал края, сгладил. Ну, теперь осталось все это приклеить и просверлиться. Ну и, соответственно, потом покрасить в черный цвет. Вот такой будет ремонт. Будем клеить и смотреть. Клеить буду на двухкомпонентный клей, но перед началом склеивания нужно вырезать все лишнее. А лишнего у нас получается здесь очень много. То есть, ну как бы вообще не становится, ее прокрутило, прорвало. И чтобы все это сделать, придется обрезать ножиком лишние части. Так, ну, соответственно, здесь так смотрим, тут я предварительно зачистил. Смотрим, что у нас получается. Вот так будет приклеено. Ну и, соответственно, этот кусок у нас должен уже стать. Так, чуть-чуть там еще не дает ему стать. Ну, сейчас мы здесь подрежем. Будет носить чисто декоративный характер. Для разметки нам понадобится он. Ну, в принципе, вот можно клеить все. Уже совершенно готово, более-менее. Будем разводить клей и заливать. Так. На глаз в одинаковых пропорциях замешиваем. И вот когда вонь уже пошла от клея, можно в принципе предохранить наши руки, стол и все остальное при помощи пищевой кнопки. Так. Укладываем это сюда. Ну и, соответственно, чтобы было лучше видно, вот так вот начнем заливать и замазывать хорошенечко, чтобы все пропиталось. Клеим, размазываем по поверхности. Так, это можно убрать.
надо немного сверху положить. И вот здесь капнуть. Ну а теперь здесь делаем то же самое. Побольше накладываем места, которые у нас не зачищены. Там явные ямы. Ну, вот такое вот восстановление. Будет даже лучше, чем было. Жестче, скажем так. Так, ну все. Пытаемся, значит, все это совместить. Лишнее убираем сразу же. Так. Здесь лишнее тоже можно убрать. В принципе, все остальное доработать вручную напильником. Так. Теперь все это надо придавить. Ну и вот подкрасили все это дело. Теперь выглядит вот так. И заодно покрасили стойку. В общем, высохнет, будем собирать. Ну и вот, собственно, вставляем на место. Тут у нас вот подкрашено. Так. Два самореза под шестигранник. Ну, собственно говоря, начинаем с первого.
первый. Ну и, соответственно, второй. Нажимаем. Ну и, соответственно, подтягиваем. Жестко фиксируем ручку. Ну и проверяем. Так, что у нас здесь? Все нормально. Резво и бодро.